Далее о происшествиях. В выходные в регионе отравились двое маленьких детей. Один из них в Ангарске. 5-летняя девочка приняла препарат феназепам – транквилизатор с седативным действием. Сейчас она находится в больнице. Ее состояние стабильно. К сожалению, это далеко не первый случай. За последние полтора года различными лекарствами отравились 20 несовершеннолетних. Чаще всего до аптечек добирались дети в возрасте до 3 лет. В данном случае вот у нас последний факт. Ребенок достал препарат из холодильника. То есть пододвинул стул и спокойно имел доступ к этим препаратам. Еще хотелось бы сказать такой момент, что ошибка многих родителей, когда лекарства они называют конфетками, сироп они называют вареньем. И, конечно, у ребенка создается такое впечатление, что он стремится, да, к такому заветному пузырьку или к той или иной таблетке, потому что мама сказала, что это вкусно. Второй случай отравления произошел в городе Железногорск и Лимский. 6-летний мальчик случайно выпил бензин, приняв его за лимонад. Все происшествия происходили из-за недосмотра взрослых. Работники КДН просят родителей быть внимательнее.